Всем привет, друзья мои хорошие, с вами Спикер, и мы поиграем сегодня в War Thunder. Мы оценим и посмотрим, что это за игра. Да, вы писали в комментариях, что стоит поиграть в эту игру и оценить ее. Ну, в принципе, графика симпатичная, стоит у меня ультра максимум. Интересно, деревья могут положиться, это смотрится реально круто. Хорошо, мы оценим, что это за игра, и, конечно, поиграем еще боев побольше. Что у нас есть? У нас есть точка А, нужно ее захватить и держать, и тогда очки поддержки будут в нашу сторону идти. Хорошо, мы зайдем на горочку и посмотрим, что у нас в горке видно. Ох, домики такие симпатичные. Можно поехать в город, хотя не очень хочется мне первый бой просто сливать. Мне хочется как-то победить, конечно же, и оценить эту игру. А травка довольно симпатичная такая, маленькая даже приминается. Хорошо, что у нас есть еще точка А, захватывается уже нашим. И, в принципе, можно даже... Ох, есть враг. Есть враг, будет мертвый враг. Прям на ходу. Нет, конечно, на ходу очень сложно будет. Нужно рассчитать и скорость патрона, и, конечно же, скорость танка и расстояние. Ох, нас, походу, заметили. Так, зеленый крестик, и можно вести огонь. Но у нас реально заметил, нужно его прессануть. Так, ну еще не подъезжать, так. Ну что, ребята, собрались их много. Фу, они все едут на точку А, а мы, конечно, обойдем с фланга. Так, F нажать для починки танка. Давай починимся. Так, мы захватили точку. Ребята, держим точку. Если что, я прикрою вас как раз с фланга. Так, вижу две цели. Ох, прям за зданием. Хорошо, мы, если что, прикроем с правой стороны и не позволим, ух, врагу пройти. Какие-то бочки взрываются. Так, он промелькнул. Там еще один танк есть. Сколько танков-то? Обалдеть. Сейчас разберемся. Ну, хотя бы один я сегодня точно подобью. Так, вижу три танка. Три танка и точка захватывается врагом. Так, они очень быстро проезжают. Конечно, я не успеваю даже вести огонь. Огонь. Нет, он остановился. Буквально на долю секунды остановился. Сейчас разберемся. Так, три танка проехало, и мы, походу, ни разу не попали. Ну, хорошо, пускай это все в ноль. Точка захватывается нашим. Нет, походу, противника уже. Хорошо, в центр мы не поедем. Мы будем просто с флангой, если что, прикрывать. Хотя нас могут даже и обойти. Понять, где наша позиция. Так, быстро есть попадание. Отличное попадание. Он поехал дальше. Что происходит-то? Нормально, мне тут ранят свои же. Сейчас разберемся. Куда он делся? Он, походу, уже спустился с курочки. Да что такое происходит-то, ребята? Все нормально. Все нормально. Так, вижу противника. Так, слишком долго дуло поворачивается. Башня поворачивается слишком долго, и он уже... Так, помощь, походу, была. Хорошо, посмотрим, что у нас есть еще. Надеюсь, ребята не больше не будут таранить. Они как-то маленько сбивают. Ждем в засаде, ждем противника. Так, вижу цель. Окейшки, прям на ходу. Выстрел. Ох, да, выстрел. С одного выстрела, и это было круто. Так, ну что, минус один, одна цель уже есть. Хорошая позиция. Правда, могут обойти меня с правой стороны. Но я думаю, враги просто будут ехать вперед на точку А. А мы, если что, будем выводить их из строя. И, конечно же, добивать. Так, ребята, поехали дальше. Так, вижу следующую цель. Огонь, прям на ходу. Да, походу, мимо. Так, еще разок. Можно... Отдать промелькнет как раз, и можно делать выстрел. Эх, не успел, походу. Либо он слишком рано. Так, есть еще один танк. Окейшки, этого пропустим. Поедем следующий. Сейчас подождем прямо в этой точке. Ждем, главное, терпение. Так, промелькнул слишком быстро. Огонь. Да, походу, слишком уже спустился в сборочке. Ох, да, вывели из строя. Второй выстрел и есть контакт. Это реально круто. Одним выстрелом просто разносим. Да, у танка, видимо, сбоку самое слабое место. Хотя, я знаю, в заднице у них еще слабее. Так, у нас тут две цели. Так, у него пожар. Пускай погорит маленько. Нас, походу, сразу заметили. Нет, он повернул в правую сторону. Да, камера, конечно, очень помогает. Даже видно, куда дуо поворачивается. То есть башня. Так, вижу цель еще одну. Там у нас три цели. Меня, походу, уже прессует. Так, удерживаем F. Так, у меня не стоит уже минус три. Минус три цели меня прессует. Как же сильно прессует. Так, удерживайте на F. Ну, я же держу ее. Так, у кишки у меня, походу... А у нас, походу, уже... О, мой, уже не может стрелять. Так, это починку мы сделали. И нужно, видимо, ждать время, пока мы... 35 секунд для ремонта. Жесть, нас просто в хлам разнесут. Он перестал вести огонь, видимо, его прессуют, либо он просто подумал, что мы куда-то делись. Ну, хорошо, буквально пару секунд и сможем вести огонь.
Окейшки, заряжай, давай сразу огонь. Еще 2 секунды. И сразу же в башню. Есть! Да, попадание есть, но он еще на ходу. Нужно его добить быстрее. Это, походу, в ноль. Так, еще 4 секунды и можем двигаться. Так, давай-ка еще раз. Попадание есть. Так, еще на ходу, нужно его добить. Пока он не исчезнет. Прям в башню. О, это было круто. Так, он еще поворачивается. Да, башня поворачивается, значит, еще живой. Сейчас добьем. Нет, походу, раньше меня добили. Хорошо, у нас есть минус 3 цели. Это реально получилось круто. Первый бой, уже 3 цели мы уничтожили. Какие спецэффекты. Мне чертовски нравится. Хорошо, что у нас есть еще. Можно поехать в город, в городе разобраться. А можно, конечно, еще отсидеться тут. У нас точка захвачена врагом. И мы теряем очки поддержки. Так, окейшки, если что, конечно, мы прикроем. Хотя, мне кажется, они уже все в городе. Если точка захвачена, значит, не все в городе. И нужно ехать, походу, туда уже. Да, никого нет, походу, реально нужно ехать в город. Но городские бои совершенно другой будут уже. Танков больше нету. Хорошо, поехали в город уже. Разберемся уже в городских условиях, как это смотрится. Но в центре довольно будет жарко. Нужен какое-то прикрытие. Прикрытие у меня будет уже в качестве здания. Так, ребята бьют огонь, значит, там уже видит соперника. Хорошо, сейчас разберемся. Так, справа у нас чисто. Я пока что никого не вижу. Никаких выстрелов, ничего. Как же отчаянно они едут прямо в центр. Так, вижу, есть противник, он промелькнул буквально долю секунду. Так, справа, слева, даже не знаю, с какой стороны он будет. Точка А еще захвачена, мы теряем слишком быстро очки поддержки, нужно двигаться. Так, справа у нас чисто. Да, уже больше нет, они справа. Свои контрольные точки, они уже реально все в центре. И, походу, появляются именно там. Справа чисто. Хорошо, нужно ближе к центру идти уже. И разобраться, конечно, с ними. Так, вижу соперника. Прямо между зданиями. Сейчас маленько выглядываем. И сразу огонь! Так, он, походу, сделал задний ход и успел уйти от выстрела. Прям за зданием. Хорошо, потерпим и подождем. Можно прям краешком доцепить. Нет, не получилось. Прям в гусеницу получилось бы реально круто. А через здание получится? Нет, не получается. Так, хорошо, подождем. Он высовывается и сразу же огонь. Хо-хо, попадание есть. Окейшки, прям в гусеницу. Еще один выстрел. Он будет готов. Ух, да. Какой уже 4-й танк. Это круто. Первый бой, 4 танка уже в минус. Можем его еще добить. Так, вижу еще одна цель. Как свинцом поливаете. Ну-ка, огонь, попадание. Окейшки, готово. Так, еще разок. Ух ты, да, 5-й танк готов. Хо-хо. Да, первый бой реально получается все круто. Ну и, в принципе, даже никакого сопротивления. Так, точка сейчас. Ох, теряем быстро поддержку мы. Датчики поддержки очень быстро теряем. Нужно захватывать точку А. Иначе просто проиграем. Так, вижу еще одна цель. Как же долго башня поворачивается. Так, вижу цель. Где-то ежик в тумане получается. Так, походу реально где-то в тумане. Его даже не видно. Нет, вижу. Есть контакты, есть выстрел. О, 6-й танк готов. Это круто получается. Так, точка захватывается. Так, ребят, давайте держим точку А. И, в принципе, я прикрою, если что, справа. Они уже поедут в свои точки. Так, и получается на втором месте. Первый бой, и я на втором месте. Это прикольно получается. Хорошо, мы еще поедем, наверное. Хотя не стоит с фланга идти, нужно уже идти просто в центр и уже держать точку. У нас слишком мало очков поддержки. Да, захватили точку, значит, они будут уже идти с правой стороны. Хотя, может, парочку танков и осталось в центре. Какое-то есть еще сопротивление.
Посмотрим, что у нас в центре. Так, справа чисто. Разрушенные танки. Летают самолеты прямо надо мной. Это реально просто экшен. Так, но справа тоже чисто. Держим точку А и вижу соперника. Куда они все делись-то? Как-то слишком тихо. А тут какая-то бомбардировка. Ох, прям в мою сторону. Так, ходу, ходу, ходу. Вроде бы ушли от удара. Так, если что, мне здание прикроют с правой стороны. Ох, вижу цель. Окейшки, сейчас будет мертвая цель. Так, назад, назад, назад. Прям краешком. Огонь! Буквально доли секунды, как же повезло ему. Так, маленько зашкирился. Но все-таки краешком может это зацепить. Нет, все-таки не появляется. Зеленый крестик. Сейчас доберемся до него. Так, он хорошо зашкирился. Походу, военный строй и стоит чиниться. Ну, краешком получится. Да, есть краешек, можно опять мимо. Буквально кончик нужно. Очки поддержки теряет очень быстро соперник, и мы практически побеждаем. Так, ну давай-ка еще раз попробуем. Ребята приезжают. Так, приезжай мимо. Мы ждем, пока он починится. Так, есть контакт. Можно сделать. Нет, не получается. Зачем ты сбил стул? Он мешал, что ли? Так, хорошо, сейчас он починится и поедет вперед, я чувствую. Ух ты, да, поехал. Ух ты, это была смерть. Какой уже 7-й, 8-й танк? А черт его знает, вроде бы 7-й. Так, ну что же, очки поддержки практически уже на нуле, друзья, и победа за нами. А с вами был Спикер, мы увидимся в других боях. До новых встреч, всем пока.